Нетрезвого подростка, рассекавшего за рулем «Жигулей» 7-й модели по поселку Юдино, задержали автоинспекторы. В машине, кроме несовершеннолетнего водителя, был пассажир. Сотрудники ГИБДД предположили, что пили они прямо во время движения. Мать подростка, которую полицейские привезли на место, только развела руками. Со своим сыном сделать она ничего не может и понятия не имеет, откуда у него машина. Нафиса Минязова узнала, что задержанный уже был судим, и судимость еще не погашена. У меня нет желания с вами разговаривать. Автоинспекторы обратили внимание на машину в первую очередь из-за номеров. Уже после остановки внимательнее посмотрели на водителя. Прав он не получал. В 17 лет их не выдают. К тому же и он, и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. По всей видимости, пили прямо во время движения. Проходить медосвидетельствование подросток отказался. Его мать, которая приехала после звонка полицейских, только развела руками. Сделать с сыном ничего не может. Он просто не слушается. Ты, наверное, в тюрьму захотел, да? Ты сесть хочешь? Ты что творишь? Ты понимаешь, что у тебя уже одно есть уже дело? Молодой человек привлекался к ответственности по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Судимость еще не погашена, и он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Водительское удостоверение не имеет? Имеет нет. Признаки алкогольного опьянения? А, у него нет удостоверения, он же малолеткий, нет. Это автомобиль вы приобрели, что ли? Ну да, нет, это он. А откуда ты взял? Я даже не знаю, где он купил его. Давно найдем. Месяца, наверное, нет. То есть вы, зная о том, что у вас сын управляет... Он, понимаете, он не слушается же. Ему же говоришь. Он не, я знаю, я взрослый, я все знаю. Любовь к технике он проявляет с малых лет и не в первый раз сталкивается с сотрудниками автоинспекции. Административный арест от 10 до 15 суток, либо административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Штраф будет, да, штраф. Автомобиль будет помещен на специализированную стоянку. Как всегда. Не автомобиль, а это мотоцикл когда-то. Тогда ему лет 15, что ли, тогда. Помимо этого, в отношении него возбудили еще два административных дела за езду без документов на незарегистрированном автомобиле. В ближайшее время суд определит ему наказание. Не исключено, что отвечать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего предстоит и родителям молодого человека.